Вот это малая общага, и вот большая общага. Сейчас большую покажу. Вон большая общага, смотри. А что вы здесь делаете? Дурачки, что ли? А ну, идите отсюда. Общежитие для наших друзей. Всем привет. Смотрите, какой я домик построил. Для наших жителей. У каждого кроватка розового цвета. Так, сейчас еще покажу один домик. Так, вот здесь он находится. Ой, скелетик. Так, а ну, отвали от меня. Давай. О, все, спрятался я. Ну вот, еще один такой домик. Комната такая. Для наших друзей. Так, здесь ничего нету. Так, а ну-ка. Собак там ходит. Ой, тут. Сейчас мы закроем дверь. А, нет, убил меня. Так, ладно, возродиться. О, нифига, ты что здесь в домике-то находишься? Сейчас мы тебя... Подожди. Сиди там. Ай. Да я убегу. Все, а ты что, спишь, что ли? В смысле, как он через дверь бьет? Да иди ты. Так, у меня ключа нету. Так, я в западне. Ай-яй-яй. Смотри. Все, убили. Опять что ли я здесь? Так, слушай. Так, закроем дверь ему. Пойдем, сейчас мы найдем, где выспимся. Так, а здесь занято? Извините. А что вы тут делаете? Так, закрываем дверь. Ладно, сейчас найду я домик где. У меня вот еще домик есть. Так, не надо за мной ходить, пожалуйста. Так. Так, тут тоже спят. Подожди. А здесь? Везде занято. Блин, везде занято, подожди. Тут тоже занято, вы чё? Ё-моё, везде занято. Ладно. Куда-нибудь я сейчас уйду. Так. А ну, иди сюда. О, сколько вас много. Мы сейчас сделаем так. Все. Все. Все погибли. Да ты-то что здесь бегаешь? Да ё-моё, иди отсюда. Так, сейчас поедим быстренько. Пандочки, пандочки, спасите меня, пожалуйста, пандочки. О, они сюда не пройдут. Не, иди сюда, не иди. Как вы тут проходите? Подожди, где же бамбук плотный? А, так, панды, спасите меня. Да иди нафиг. Все. Кто? Все. Я забаррикадировался, я в домике. Так, сейчас покушаем. И подождем. Так. Сейчас что? У рассвета будем ждать или что? Так, сейчас посмотрим, подожди. Поднимемся, где они? Вон они стоят, смотри. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, убегаем. Ты чё, панту хотел обидеть? А ну, я тебе сейчас дам, я сейчас тебя накостыляю. Так. Ах, да, рукой, конечно, бить не самое лучшее решение.
О, еще и таракан. Ой-ой-ой, да что еще такое? Еще и таракан на меня напал. О, я в домике. На тебя нафиг. Ай, ты что сюда идешь? Иди отсюда. Да, уходи, уходи. Ты же уходил. Есть. Так, смотрим, ждем. Ай. Да отстаньте вы все от меня. А где железный голем? Алло. Так, где у меня вот броня? И меч. На тебе. Есть. Раз, два. Я ж тебя почти что убил. Почему так-то, а? Я его почти что убил. Он, блин. Так, ладно, сейчас посмотрим, где он тут у меня был. Все, и он сам умер. Вот надо было ему. Вот надо было ему меня убивать, а? Так, сейчас посмотрим. Кто где горит? Вон, смотри, горит. Этот как его? Скелетик. Сейчас мы посмотрим, что у него там. Что он мне там оставил? Скелетик, скелетик, скелетик. Что ты мне оставил? В подарок. О, две стрелы, да? Ну ладно. И то хорошо. Так, а тут что за царство такое, а? У нас оно есть болото. И там что-то. Это не дома? Слушай. А, нет. Показалось. Я думал, там дома. Так, я думал, там дома. Я думал, может, там какая-нибудь деревня. Вот моя деревушечка. А у меня деревня вот эта. Достаточно такая большая. Жителей дофига здесь у меня. У меня вон целая общага, вон чего стоит, смотри. Сейчас я покажу. А, вот это малая общага и вон большая общага. Сейчас большую покажу. Вон большая общага, смотри. Эй, а что вы здесь делаете? Дурачки, что ли? А ну, идите отсюда. Так. Тут никого нету. Кроватка есть. Вот у меня вообще большая общага, вот эта вот. Нормально. Так, что это у нас? Сено. Я вам сейчас накормлю вас, подожди. Сейчас я вас накормлю хлебушком. Где вы там? На, держи хлеб. А где второй друг твой? Вон он, давай, иди сюда. Ты что там гуляешь? Я тебе хлеб принес. На, поешь хлеба, подожди, алло. На! Да ты бежишь. Подожди. Где он? На. Ты чё хлеб не берешь, а? Где он? Какой-то дикий житель. Ладно, ну иди гуляй туда. Эх, я другого накормлю сейчас. Он бегает. Так, а вот бегает, смотри, я его сейчас накормлю. Иди ко мне. На. Кушай. Кушай. Ты чё? О. Молодец. На. На, кушай. О, молодец. И чё, ты со мной даже разговаривать после этого не будешь? Не хочет разговаривать, представляешь? Ладно. Не хочешь разговаривать, не разговаривай. Так. О. А я арбузик пока поем. О, еще сейчас ем. Все. Ух ты, колокол появился. О, все по домам, все по домам. Всем по домикам. Сейчас
Сейчас голем придет и мне накостыляет, что я в колокол звоню. Так. Все, все попрятались, все в домиках. Ну что ж. На этом, наверное, все сегодня. Всем пока. До новых встреч.